Приветствую, друзья! Первый в этом году дайджест журнала доктора Комаровского. Дайджест за январь. Опять-таки, очень краткое вступление. Что такое журнал доктора Комаровского? Это дорогой платный ресурс, который стоит доллар в месяц, поэтому туда, как вы понимаете, попасть могут только избранные. В этом ресурсе я делюсь со своими единомышленниками э, самой последней информацией, делюсь с, спокойно, понимая, что за такие деньги к нам не придут никакие хейтеры, там не будет хайпа, и, в общем, там будет все спокойно. Э, исходя из этого, вот совершаю отчет, что мы сделали за январь месяц, несколько таких серьезных... Прорывов было в работе нашего журнала. Но прежде всего мы записали 4 видео. Видео про повышенную потливость у взрослых и детей. Э -э важное видео на тему изжога. Э -э видео про вакцины от коронавирусной инфекции. Там я отвечал на многочисленные вопросы по поводу вакцинации от коронавируса. И еще одно видео, которое стало таким очень интересным для меня прецедентом. Я сейчас объясню, в чем суть. Если вы помните, а тех, кто смотрит регулярно за доктором Ковровского, вы помните, у нас был такой эпизод, когда примерно год назад я решил рассказать про пульсоксиметр. И после того, как я рассказал про пульсоксиметр, все Пульсоксиметры исчезли из продажи, потом вернулись за какие-то огромные деньги. До сих пор я меня показываю, типа я рекламирую пульсоксиметры. Куча было обвинений, что я нажился на этом деле. А ряд моих друзей мне позвонили и сказали, ты в следующий раз, когда будешь про что-то рассказывать, ты сначала нам расскажи, а потом рассказывай для всех. Сходя из этого, я решил, что если я уж беру в руки какое-то устройство, то давайте сначала о нем расскажу в журнале доктора Комаровского, ну, чтобы свои успели, может быть, купить по старой цене, а потом уже пусть все остальные. И вот я записал видео для журнала о том, как избегать мест, где потенциально высоко вероятно заражение коронавирусом, и прекрасным индикатором этого всего является датчик СО2. Вот, кстати, у меня тут датчик СО2, которым я пользуюсь. Он, кстати, сейчас показывает не очень хорошую цифру. Ну как, очень терпимую, но не очень хорошую, потому что мы сейчас вынуждены были выключить в комнате вентиляцию. У нас тут 4 человека сейчас. Но поверьте мне, когда народу нету и все включится, тут у меня будет не больше 650. Это концентрация СО2 в ППМ. Я рассказывал о том, что если а, а, эти цифры в норме, то, естественно, это говорит о том, что в помещении нормальная вентиляция, и туда можно заходить. Ну а вот, собственно говоря, после того, как мы сделали это видео, мы через несколько недель записали аналогичное видео. Вот оно для YouTube, кстати, всем рекомендую это посмотреть, это очень важно. Кроме этого, в дайджесте появилось несколько статей. В основном, конечно, статьи касались темы питания, это то, что очень всех по-прежнему волнует, кулидарные ошибки о кисломолочных продуктах, о важная тема, что делать, если ребенок отказывается от еды. Мы говорили о еде полезной и вредной для зубов, о том, как приучать детей есть овощи, о меде, о кальций, о том, какие продукты, условно говоря, с кем кальций дружит и с кем враждует, о обработке полезных и вредных продуктов. И была статья про лекарства о регуляторах желудочной кислотности. Эта статья для нас была очень важна, поскольку, как я вам уже сказал, мы записывали видео про изжогу. И понятно, что рассказать о лекарствах, посредством которых регулируется проблема, такой симптом, как изжога, вот в этой статье про регуляторы желудочной кислотности. 28 8 января мы провели, как мне кажется, очень интересный вебинар. Мы задавали, нам задавали много вопросов, мы на них отвечали, и мы обнаружили, что был очень устойчивый такой крен в сторону здоровья взрослых. И я, собственно говоря, даже попросил посетителей журнала высказываться. Я, конечно, с одной стороны, понимаю, что о детях я рассказываю последние, наверное, уже 30 лет, и практически все, что надо, рассказал. Сейчас фактически мы работаем только с новой информацией, обновляем современные научные данные. А о здоровье взрослых тут поле не паханное, и мы видим, какие замечательные отзывы на материале о здоровье взрослых. Вот который у нас был материал про мигрень, материал про герпес, вот последние материалы и так далее. И в общем-то наши посетители журнала настоятельно рекомендуют мне действительно побольше внимания уделять здоровью взрослых. Ну, собственно говоря, и кроме этого, я обратил сразу всех внимание, что на вебинаре мы не касались вообще вопросов, которые имеют отношение к коронавирусу и к вакцинации от коронавируса. Этой теме будет вот 7 февраля. Будет видео с, со всеми новостями про вакцинацию и с ответами на вопросы по коронавирусу. Напоминаю также всем, что в рамках журнала. Ну, это отдельный как бы, проект, есть образовательные курсы, это отдельный платный продукт. Тем не менее, тому, кто сейчас, а сейчас многие хотят и имеют время и возможности учиться онлайн, я настоятельно рекомендую вам заниматься самообразованием. В рамках нашего журнала есть очень важные, как мне кажется, курсы. Я реализовал, по крайней мере, там курс своей мечты. Это Базовый курс современных родителей под названием Первый год жизни ребенка это 32 урока. Два важных курса посвященных для, для пап, краткий курс начинающего папы и мой совместный проект с миллиардером Маргуланом Сейсембаем, который называется Отцовство как бизнес-проект. Кроме этого, для беременных краткий курс будущей мамы. Курсы современной бабушки и отдельный курс из пяти уроков питания ребенка первого года жизни. Это, собственно говоря, то, что вы сейчас можете обнаружить в журнале. И еще одно, может быть, это не имеет прямого отношения к журналу, но мне это очень интересно и лишний раз меня э, как бы убедило, подтвердило мою правильность решения о создании журнала. Кто следит за нами, за творчеством, за нашими соцсетями, не могли не обратить внимание на совершенно такой, казалось бы, ну, информационный обычный материал в моем инстаграме. Вот, собственно говоря, он. Это рассказик о том, как в США, в штате Орегон ехали ребята, везли вакцину из одного города в другой. И их там за, застигла снежная буря, они попали в пробку, а у них была вакцина, 6 доз оставалось вакцины, которым оставалось всего 6 часов до истечения срока годности. Но поскольку сейчас вокруг каждой дозы вакцины там просто такие пляски, то они прошлись по пробке, нашли 6 водителей, которые были готовы вакцинироваться и примили, привили их прямо там. После этого рассказа, это было прогнозируемо, но я, честно сказать, не ожидал такого, в комментарии пришли, казалось бы, все антивакцинаторы русскоязычного пространства. И это лишний раз продемонстрировало то, что информированность о том, о правилах вакцинации, о том, что такое хорошо, что такое плохо, она равна нулю. Точнее как, я все уже рассказал про это. Как подготовиться к вакцинации, надо ли делать осмотр, в каких условиях должна делаться вакцинация в современном мире и так далее. Вот эти люди, которые комментируют, они обмениваются информацией о вакцинации только друг с другом. Они ничего не хотят знать, ничего не хотят читать. Вот они уже, они как зомби. Они не хотят учиться, и их это не интересует. И я понимаю сейчас, что человека, вот, который принял решение, что вакцинация ⁇ это всемирное зло, и злой Билл Гейтс, посредством этой вакцинации хочет каждому засунуть чип. Вот этими людьми ничего сделать нельзя. Это вот как вера. Вот вы поверили в это, и я ничего сделать не могу. Но любая моя попытка вас от этой веры оторвать и объяснить, что вы выбираете между смертельной болезнью и рискованной вакцинацией. Но риск вакцинации в миллионы раз меньше, чем риск инфекции. И вам просто надо выбрать между двух рисков. Так вот, никакие аргументы, они не работают. И поэтому это лишний раз подтверждает мою правоту о том, что если человек хочет от меня аргументов, хочет советов, хочет объяснений, то это человек, который придет ко мне в журнал доктора Комаровского. Поэтому я стараюсь изо всех сил не выслушивать гадости, потому что там же в комментариях много гадостей. Про то, как меня купили, сколько мне дали денег, о том, что оказывается этот пост, это скрытая реклама вакцинации. Поэтому еще раз говорю, вот, чтобы не читать эти гадости, все материалы, основные материалы, обзор вакцин против коронавируса, ответы на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией и вакцинацией от коронавирусной инфекции, все это честно без каких бы то ни было спонсоров, будет регулярно в журнале доктора Комаровского. По крайней мере, уверен, что на сегодня раз в месяц мы точно будем записывать видеообзор с ответами на вопросы про коронавирусную вакцинацию. Ближайшее такое видео будет 7 февраля. Ну и, кстати, маленький анонс. Также будет видео алгоритм действий при геморрое. Ну вот тоже здоровье взрослых. Делайте. Правильные выводы, ребят. Кто еще не с нами, кто еще не в журнале доктора Комбровского, добро пожаловать. Подписывайтесь. Ссылочка внизу. Всем пока.